теперь к другим темам. О том, что западные санкции не вечные, правительство с предпринимателями должны это учитывать, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он участвует в работе Гайдаровского форума. Дискуссионная площадка в Москве собрала сотни экономистов и представителей бизнеса. Шувалов подчеркнул, западные ограничения в отношении нашей страны и российские контрмеры на самом деле очень помогли отечественным производителям. Им удалось занять нишу на рынке, вывести качество и количество продукции на новый уровень, стать конкурентоспособными. Но после того, как к работе приступит новая администрация США, политическая, вслед за ней и экономическая ситуация в мире может измениться. Появились поставщики продуктов такого уровня и в различных регионах страны, которые никогда бы не дошли до полки розничных магазинов. Это мне сказал гражданин ФРГ. Я ничего не придумал. Присутствовали со мной рядом мои товарищи по работе и сотрудники Сбербанка. Но, наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены.